Ребята, всем здорово! Вот недавно у меня было новоселье, я с большим удивлением обнаружил в какой-то старой сумке при переезде какие-то старые мешки из-под монет, пломбы, этикетки. Я обнаружил сверток, я потом вспомнил, когда-то в далеком 2014 я что-то в банке забирал, и мне женщина просто подарила этот сверток. Я подумал, а ладно, потом засунул сумку и потом переберу на разновидности. Вот прошло 3 года, и как раз самое время перебрать монеты по разновидностям. Честно говоря, неблагодарная работа. Если без особой подробности, то чаще всего в мешковом захоронении попадалась копейка 97-го, 98-го, 2001-го и 2006-го. Вот как раз 2006-го и нашлась редкая разновидность, поскольку их всего две, обычная и редкая. Для сравнения я вам сейчас их покажу. Основное отличие редкой монеты – это завиток заострен и не касается канта. Второе видимое отличие – бутон окантован. И третье – первой буквы К, нижние и верхние ножки тонкие. Теперь любопытно, сколько же стоит такая монета. Итак, в поиске торговой площадки вбиваем 1 копейка 2006 года и сортируем цену по убыванию. Вот перечень цен и оптимальная цена в XF 510 рублей. У меня один вывод, лучше такую монету не искать вообще, проще всего ее купить и не мучиться, потому что вы сломаете глаза и потеряете время. Вот такой обзор на сегодня, ставьте лайки, оставляйте свое мнение в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, скоро будут новые обзоры, всем пока!